Глава Республики Дагестан Сергей Меликов на Совете по науке и образованию, который проходил в РЦО Каспийска, объявил об акции «Сделай подарок родной школе». Совсем недавно в ней принял участие глава города Борис Гонцов и передал эстафету председателю городского собрания депутатов Абдулвахиду Джаватову. Он, в свою очередь, подарил школе номер один швейную машинку и оверлок для класса труда. Эти девочки учатся. Я считаю, что это очень нужное дело, чтобы девочки умели. Хотя сейчас много можно и готовая одежда. Купить все, но чтобы девочка могла сама. По словам Абдулвахида Джаватова, в этом учебном заведении учились его дети. Поэтому данная школа для него особенна, и он готов и далее оказывать содействие и помощь. Мы этой школе помогаем уже около 20 лет, я лично помогаю этой школе около 20 лет. Мы и дальше будем поддерживать. Это не последняя помощь этой школе. Я думаю, и мы и дальше будем помогать, поддерживать. Мы еще машинки купим, и уроки, и другие моменты. Как можем, поддерживаем наших детей, потому что мои дети тоже закончили именно вот эту школу. Директор школы номер один Фериды Алиева и учитель труда Ханика Османова поблагодарили Абдулвахида Джаватова за такой значимый и полезный подарок. Вам здоровья, вам удачи. Вы человек мира, человек, который несет добро. Не только нам, но и всему городу. В завершении встречи Абдулвахид Джаватов пожелал школьницам успеха в учебе и здоровья, а также передал эстафету депутату городского собрания меценату Расиму Исмаилову.